Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Майк-88, для которой понадобится один железный топор и одна C4. Ну и плюс 6-7 обычных топоров, чтобы открыть ящики. Так, идем вот сюда. И... Ну тут проще всего сломать. Хотя можно вот так зайти, я думаю. Можно вот эту соломенную стену сломать, если тут буферки нет. Я уже не помню. А, да, тут буферка есть. В общем, один железный топор вам понадобится в любом случае. Так что ломайте прямиком вот эту третью стенку. Да, и вот тут взрывайте сишку. Так, готово. Ящики я открыл. Остальные надбил. Три ящика мне осталось открыть. Так, тут ягоды неинтересно. Тут карточки неинтересно. Тут два красных талона заберу. Это у меня украли. Так, два стака изоленты. Одну микросхему у меня украли. Вторая это его. Это у меня украли. Болты. Остальное меня не интересует. Здесь веревки неинтересно. Тут... тоже неинтересно. Здесь топор. Блин, ну пластины мне реально не стоит брать, наверное. Они мне не нужны. А здесь пистолет, калаш я заберу. Это можно схавать. Это схавать. Это у меня украли. Это заберу. Это у меня украли. Воду заберу. Пускай будет. Ну и давайте открывать последние три ящика. Камни. Бензин, аптечки, слитки, один дуб, уголь, гвозди. Ну все, в общем, это комната, которая содержит большинство ящиков, если не все, я точно не помню, но по-моему, либо все, либо большинство, я уже давно ее не рейдил. Так, здесь ничего нету. Ну, вот такой вот лут за одну C4. Смотрите сами, стоит оно того или нет. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.